В Кемерове выясняют обстоятельства курьезного ДТП, из-за которого центр города встал в гигантскую пробку. Там троллейбус протаранил 7 легковушек, причем несколько машин развернуло поперек дороги, одну занесло под газель. А вот как это все произошло, показания расходятся. Очевидцы рассказывают, что водитель троллейбуса вышел из кабины устранить проблему с контактной сетью, а кондуктор попросил, если что, жать на тормоз. Но кондуктор нажал что-то не то. По другой версии, водитель все-таки не покидал свое место, а просто не справился с управлением из-за скачка напряжения. Добавлю, что в ДТП никто не пострадал.